Привет, друзья! Капуста – всему голова. Сегодня у нас три бомбических салата из капусты. У меня свежая капустка. Для этого салата подходит как свежая, так и обычная белокочанная. Можно и красную капусту использовать. Можно китайскую или, как называют, пекинская. Неважно. Главное – капуста. Нашинковала и теперь разрежу на 2-3 части и высыпаю капусту в миску. Яйца порежу соломочкой. И яйца тоже отправляю в миску к капусте. Так, и еще один очень простой, но вкусный продукт – это кукуруза. Тоже отправляю сюда в миску. И теперь заправка. Беру сметану. И добавляю немного острой горчицы. Перемешиваю. И заправка готова. Если вам такая заправка не подходит, можно взять просто оливковое или подсолнечное масло, добавить лимонный сок, и, пожалуйста, у вас будет другая заправка. В принципе, можно просто заправить майонезом. Друзья, делайте все по вашему вкусу. Так, ну и, конечно, сюда добавляю черный молотый перец и соль. Перемешиваем салат. Продолжаем готовить салатики. И второй салат у нас будет из китайской капусты. Разрежу еще капусту на более маленькие кусочки, чтобы удобнее было кушать. И отправляю в миску. Ну а чтобы капуста была более мягкая и сочная, можно ее немножко так помять. Теперь еще к этому салатику нам понадобится помидор. Буду его тоже нарезать тонкой соломкой. Теперь помидор отправляю в миску к капусте. Так, ну и третий ингредиент для этого салата – это будет сыр. Натираю на мелкой терке. И сыр тоже отправляю в миску капусты. Ну и теперь, конечно, заправка. В равной пропорции беру сметану и майонез. И добавляю сюда чесночок. Друзья, здесь опять как хотите. Если вы не любите чеснок, пожалуйста, можно и без чеснока. Можно, как всегда, банально заправить просто майонезом. Все, перемешиваю заправку. Перемешиваем салат. Ну, посмотрите, как все просто. Всего 3 продукта, 2 минуты, и у вас готов салат. Перекладываем салат на блюдо и посыпаем зеленью. Ну что, друзья, еще один рецепт вкусного салата с капустой. У нас сегодня, как говорится, 3 салата на завтрак, обед и ужин. Нашинкую мелко капусту. Также разрезаю на маленькие кусочки и отправляю в миску. К капусте добавляю зеленый горошек. И третий, наверное, многими любимый ингредиент – крабовые палочки. Нарезаю мелко. В принципе, можете порезать, как вам хочется. Крупными кусочками тоже подойдет. Отправляем крабовые палочки в миску с салатом. Порежу еще для салата укроп. Можно добавить также петрушку. Можно и укроп, и петрушку вместе. Отправляю зелень в салат. Ну а заправлять этот салат буду просто майонезом. В принципе, для этого салата также отлично подойдет в равной пропорции майонез, сметана и чесночок. Кстати, будет очень хорошо смотреться с крабовыми палочками. Добавляю черный молотый перец и соль. И перемешиваем салат. Друзья, готовы все 3 салата, давайте скорее пробовать. Начну, конечно, по очереди. Первый салат мы делали с яйцом и кукурузой. С него и начинаю. Очень здорово. Вы знаете, вот заправка просто супер.
немножко такая остринка от горчицы, великолепно. Советую вам, если вы будете готовить такой салат, обязательно сделать такую заправку. Очень-очень здорово. Так, следующий салат у нас был с сыром и помидоркой. Супер! Чесночок. Но вообще шикарно. Очень здорово. Вы знаете, это вот настолько просто, но это так вкусно, просто бесподобно. Вообще, как мне сегодня повезло, все три салата и все мне. Так, конечно, салат с крабовыми палочками и горошком. Великолепно. Великолепно. Все три салата, я бы сказала, банально просто, невероятно вкусно. Мне больше всего понравился, наверное, с крабовыми палочками. Я очень люблю крабовые палочки. Конечно, салат с чесноком и помидоркой, и с сыром. Я не могу, честно сказать, вам разделиться между этими двумя салатами. Вот эти два салата, это все мое. Хотя этот салат тоже очень-очень вкусный. Друзья, какой салат вам понравился больше всего? Напишите, пожалуйста. И, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Приглашайте к нам своих друзей. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Прошу к столу и приятного вам аппетита!